Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров, и хотел бы поговорить с вами на тему, которая, я думаю, многому вас научит, если вообще вы способны чему-то научиться, потому что аудитория бывает разная, и иногда я смотрю ребят, которые приходят на канал, приходят в жизнь твою, смотришь и думаешь, боже мой, кто этого человека воспитывал вообще? Что это за общество, которое генерирует таких людей все больше и больше? Все эти некоторые философские, скажем так, ролики, они могут вам сослужить очень большую службу, хотя, может быть, они и напрямую не связаны с иммиграцией в Австралию, с обучением в Австралии, со всей той жизнью, которая, казалось бы, вам нужна в Австралии. И какая вам разница, что и как себя ведет человек, вам нужны какие-то цели, конкретные методы их достижения. Но я хотел бы сказать, что я считаю, что самым главным качеством человека, который хочет идти в иммиграцию в Австралию и который может быть вашим другом и помощником на этом пути, это жалость. И о жалости у нас очень неправильное представление. Жалость является, она не унижает человека, жалость является одним из самых великих чувств человека, и человек страшен, когда он безжалостный, то есть в нем нет жалости никому, ни к чему. Я просто понял, что когда человек, допустим, не может пройти, даже если я, допустим, не люблю, и у меня в семье, мы не любим собак, но если к тебе подходит голодная собака, просит поесть, это из моего как бы российского прошлого, здесь такого нет. Вот. У меня мама, например, всегда делилась последним куском хлеба или там какой-то курочки, чтобы эту собаку накормить, потому что в человеке должна присутствовать жалость. Но это общая, как бы общая картинка. Теперь давайте посмотрим на какие-то конкретные применения. Был случай, когда один из миграционных агентов потребовал 250 долларов со студентки. Это не моя студентка, и это агентша тоже, мы с ней практически не пересекаемся. Но за неоказанную услугу она требовала 250 долларов, и более того, она шантажировала эту студентку, которую я до этого не видел и после этого никогда не видел, но она знала, что я помогаю людям, и она обратилась ко мне на Фейсбуке. И агент за неоказанную услугу пыталась незаконно взять с него 250 долларов и пыталась шантажировать ее, говоря о том, что она сообщит, как бы куда следует, то есть департамент иммиграции. И когда студентка оказалась в таком положении, я подумал, ну мне просто стало ее жалко. Я не являюсь большим как бы сторонником этого человека, и она не была моей студенткой и не будет моей студенткой, и не было у нас больше как бы точек соприкосновения. Но это была студентка, попавшая в ситуацию, когда неправильно человек пытался над ней как бы проявлять свою силу и вымогать деньги. И доверять человеку, у которого нет жалости, вот жалость к собаке, это, но это же человек, у которого есть семья, есть люди дома, которые надеются, что она чего-то достигнет. Вот такой удар мог бы привести ее к тому, что она бы разочаровалась в Австралии и уехала бы из нее. Я не знаю ее судьбы, но знаю, что в тот момент она была спасена просто потому, что и большое спасибо Лёше Чехунову и Евгению Киселёву, ну и, естественно, мне. Мы все это организовали, переговорили с офисом Мара, и как бы агентша дала попятную. И это был ее урок. Она прекрасно знает, откуда эти огни горят. И это будет продолжаться, если человек в погоне за долларами, которых у нее и так достаточно много, пытается надавить на людей, в общем-то, беззащитных. И жалость – это то чувство, которое
отделяет хорошего агента и человека от нехорошего. Вы знаете, мой бывший ученик тоже был миграционным агентом, остается агентом-образователем или пытается себя позиционировать. И очень сильно врет насчет, тут вот университет хороший, образование онлайн хорошее. Мы все знаем, что это ложь. Мы все знаем, что человек, ну, скажем так, ничего не имеющий в душе. Но об этом человеке можно сказать безжалостный человек. Ему очень нравилось, когда помогали ему. Ему очень нравилось. Он считал, что это так и должно быть. А почему же ты кидаешь, собственно говоря, своих клиентов, своих студентов? Я скажу, что многие агенты, как и вышеперечисленные и некоторые другие, обирают людей гораздо больше. Но когда ты прошел через обучение в Австралии, когда ты прошел через достаточно большие сложности со своей миграцией, и когда тебе люди сжалились над тобой, и не один, и не два человека помогали тебе всем, чем могли, и порой это была совершенно бесплатная, бескорыстная, безвозмездная помощь. Почему же ты не имеешь жалости к другим людям? Я удивляюсь тому, что и молодые, и уже не такие молодые люди отдают свои деньги и доверяются людям, у которых нет жалости, нет порядочности, нет чести. Потому что безжалостный человек, безжалостный к врагам, но твои клиенты не являются твоими врагами. Люди, которым нужна помощь, они порой не просят ее, но ты должен помочь, потому что жалость это... Вы знаете, в русских семьях, до того, как вот это вот все началось в этом мире, в русских семьях самым главным качеством между мужчиной и женщиной было стремление, внутренняя необходимость пожалеть близкого тебе человека. Не любить, потому что любовь это что-то такое сегодня есть, а завтра нет. Это зависит от массы каких-то факторов. А пожалеть человека, потому что ты же вышла за него замуж или женился на ней. Что ж ты как бы безжалостный такой к этому человеку, несмотря даже, может быть, на какие-то его недостатки. Именно жалость, а не любовь скрепляла все эти семьи вне зависимости от возраста, социального статуса и многих других факторов. Именно жалость, которую сейчас я в людях не вижу, и из-за этого, из-за того, что люди стали без жалости, безжалостными, и разрушаются ваши, дорогие друзья, семьи. У вас нет жалости к вашему мужу, который, да, он туповатый, да, он там не может выучить английский, он много работает, от него дурно пахнет потом, и он такой стал слишком простой, а вы все такие уже образованные и элитные, вокруг вас вьются такие мотыльки австралийского происхождения, которые прям такие эфемерные, такие все в своей будущей карьере, плоть от крови этого общества. Но почему вам не жалко людей, которые отдали столько денег, столько сил, столько своего нереализованного будущего? Они многие имеют высшее образование, но они вынуждены работать и окупать вашу эту учебу. Почему вам не жалко этих людей? Вы не думаете о том, что в будущем точно так же безжалостно другие люди будут относиться к вам, когда у вас будет ребенок, но все будут только смеяться над вашими проблемами, у вас будет стремление расти, а все будут смеяться над тем, что вы какая-то там невдатная эмигрантка и так далее. И вы будете требовать к себе справедливости, а ее не будет, потому что общество, состоящее из таких людей, как вы, оно безжалостное. Вы безжалостны к своему мужу, а общество безжалостно к вам, то есть другие люди. Вы же множите эту безжалостность. Вы понимаете, вот даже ситуация, которую мы сейчас обсуждали с одним из будущих студентов, надеюсь, приедет и останется,
ситуацию с агентами, вот онлайн-обучение. Ведь вы же все знаете, что онлайн-обучение – это фикция. Вы знаете это прекрасно. Вы, которые видят мой сейчас канал, вы понимаете, что это глупость. Ни один из вас не пойдет на онлайн-обучение, потому что вы умные люди. А как же называть тех агентов, которые из Австралии, из Новой Зеландии, из многих других стран, которые вербуют вас на это обучение и как бы на голубом глазу говорят, что это классно, это чуть ли не лучше. Виртуальный секс – это лучше, чем любовь. Да чем она вам нужна? Это женщина рядом, она пахнет, она требует внимания. Вот виртуальный секс, раз и все, да? Ну, вот глупость, да. Ну, онлайн-обучение еще более глупое. Существуют онлайн-способы обучения, которые дополняют основное. Может быть, чему-то можно научиться. Но когда за 2 недели это все заменяют, это не онлайн-обучение, это эрзац обучения, это фикция. Но вы видите людей, которые это делают, и вы знаете, подавляющее большинство агентов, которые говорят по-русски, подхватили эту идею, и люди, которые даже, скажем так, которым я и в какой-то степени, может быть, симпатизировал, но они продавливают это, потому что им нужна денежка, потому что так говорят власти, потому что так в обществе сейчас стали говорят. То есть, если белое многие люди называют черным, то уже надо и говорить, что оно черное. А белое, оно есть белое. Но черное, оно черное. А даже не серое, оно просто черное. И все. И не более того. Но ведь посмотрите, если взять, допустим, тех же самых большинство, подавляющее большинство японских, корейских, монгольских, очень многих других агентов, они этого не делают. Они не продавливают онлайн обучение. И это не от того, что вот именно агент у них какие-то особенные. Это не из-за того, что, может быть, народ у них какой-то особо... это культура. И почему-то именно среди наших людей русскоговорящих так много безжалостной сволочи. Потому что это в действительности очень скотское отношение к людям, которые последние порой отдают ради своего обучения в Австралии, чтобы уйти в эмиграцию. И поступать с ними вот так вот, это безжалостно. Это люди абсолютно безжалостные, абсолютно это продукт, я боюсь нашего общества, и боюсь именно больше вот именно нашего русскоязычного общества. Это вообще пугает, вот эта безжалостность. Даже в личных отношениях вот такое потребительство между мужчиной и женщиной не свойственно в такой степени ни у китайцев, ни у каких-то чехополяков. Я этого не видел, это только нам свойственно. Почему наше общество стало таким безжалостным, бездуховным, безыдейным, я этого не знаю. Но самое главное, что я вам хотел сказать, люди, задумайтесь вообще о жалости. Научитесь хотя бы чуть-чуть жалеть других людей. Это здорово вам поможет, это сторицей вам вернется. Спасибо.